Всем привет! Заказал маску, решил сделать небольшой обзор. Ну, обзоров дофига, конечно. Маска типа 3M, ну, конечно, не оригинал, Китай. Заказывал ее на Алиэкспрессе по деньгам 900 рублей. В принципе, офигенная маска. Такое качество у нее резины, все мягенько. Самое главное, что она не воняет. То есть резина не вонючая. Заказывал ее, так как когда точишь чугун, пыль летает. Короче, невозможно дышать, все это попадает в легкие. Я думаю, что в такой маске будет лучше. У меня как давно была такая маска, когда я машины красил. Маска прекрасная. Короче, за 900 рублей что мы имеем? Саму маску. Здесь регулируются резиночки. Элементарно сделано, все просто. Приподнимаешь, все вытягивается. Маска. Дальше у нас идут фильтра. Две штуки. Такие два фильтра. И вот такой еще комплект фильтров. Сюда. Здесь у нас есть такие вот защелочки. По часовой стрелке. Они защелкиваются. Хоп. Китайцы молодцы, все умеют делать. Допом сюда ставятся фильтры, ну если, конечно, надо. Я думаю, хватит на очень долго. И защелкиваются вот такими закрывашками. Хова. И сюда, соответственно, также. Ну, это для покраски, я думаю, чтобы краска не проходила. То есть я в основном, наверное, буду использовать вот эти розовые, так как они легкие. То есть когда буду протачивать чугунные изделия, буду пользовать вот эти розовые. Вот так вот. Что офигенно в этой маске, короче, когда ее одеваешь, ну, выдыхаешь, через, ну, вот у носа не выходит воздух, и очки не потеют. То есть она плотно прилегает, где нос. В принципе, кому надо, заказывать, ценник недорогой. Главное, маска не вонючая. Так, что у нас по станку? На улице, конечно, дожди, погода не очень, но это нормальное явление, когда начинается осень, в основном в октябре я начинаю или строить, или станки красить, то есть летом-то мне это не делается. Покрасил в такой цвет, не знаю почему, в голубой, как бы покупал голубой цвет. Красил в такой дешевой краской, PS115, лакра, лакра вроде называется. В принципе, сохнет сзади, ну и толстый слой такой получается. Купил голубой цвет и серый цвет. Разбодяжил его с голубым. 1/4 часть, наверное, серый. И вот эту главную часть голубой цвет. Получился вот такой вот он. Не ярко-голубой, а такой. Ну, короче, голубой. А низ я стал красить, не знаю, видно, нет. Короче, он более серый. То есть 50/50 разбодяжил серый и голубой цвет. То есть тумбы будут такие сероватого цвета. В принципе, нормально. Ну, только мухи всякие прилипли. Я думаю, это же рабочий станок. Смысла его нет прям в глянец делать. Под лак там красить автомобильной краской. На весь станок должно хватить 3 литра краски. То есть по деньгам что-то 350 рублей получается.
покажу, что у нас по станку пока. Осталось покрасить заднюю бабку, фартук и каретку. Здесь у меня будет электрика установлена в будущем. Так что можете смело заказывать данную маску. Ссылку оставлю под видосом. Всем спасибо за внимание. До свидания.